делегацию в Брянской области во главе с уважаемым губернатором. И еще больше приятно нам быть и видеть здесь уважаемого депутата Государственной Думы Сергея Ивановича Неверова, с которым мы решаем очень много аграрных вопросов. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить Сергея Ивановича за системную работу в поддержке аграрии всей страны. Вы даже не представляете, сколько сделано за последние 5 лет по поддержке аграриев нашей страны. И современная отечественная сельскохозяйственная техника, и докапитализация Росагролизинга, и система отстаивания интересов в ценовой политике, в АГСМ, минеральное удобрение. Любые вопросы, которые мы сегодня поднимаем, с которыми обращается министр на площадку Государственной Думы, находят поддержку профильного комитета. И я думаю, что вы тоже чувствуете, что из года в год наши возможности в поддержке доходной части аграриев, они растут. Конечно, не все решено. И особенно, мне хотелось сказать, именно в ваших регионах. Нас беспокоит, каким образом мы будем наращивать объемы использования земель сельскохозяйственного назначения. Мы знаем, что на сегодня, вы должны знать, что сегодня поддержана на площадке Государственной Думы инициатива правительства, и она уже получила старт, программа по вводу земель сельскохозяйственного оборота. Мы предусмотрели в числе прочих мероприятий поддержку на возмещение затрат аграриям при вводе земель в оборот. В целом по стране от 7 тысяч до 30 тысяч стоит гектар вводимой земли. И сегодня государство 50% этих затрат будет вам возмещать при вводе в оборот.